Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. В этом видео я отвечу на следующие вопросы. Скажет ли султан Хала Али Яману, что они братья? Появится ли перед Яманом мать Ямана? Простит ли Яман свою мать? Какова цель матери Ямана? Какая новая игра Зухаль? Не забудьте досмотреть видео до конца, чтобы получить ответы на все эти вопросы. В следующем выпуске мы увидим сцену похорон. Напомним, в последнем эпизоде скончался Ариф Баба. В следующем выпуске будут похороны Ариф Бабы. На похоронах Ямана спросят, есть ли у умершего сын или брат. Они скажут, что они сыны Яман и Али Арифа Бабы. Как мы помним, Али познакомился с Арифом Бабой, когда ему было 6 лет. Яман, с другой стороны, встретил Арифа Бабу в возрасте 20 лет и был очень впечатлен его состраданием. Так что для них обоих нормально видеть Арифа Бабу своим отцом. Фактически Яман и Али потеряли компас после того, как Ариф Баба услышал все проблемы Ямана и Али и направил их. Яман и Али возьмут тело Арифа Бабы и положат его в могилу. Когда Яман спускается в могилу, Али берет Ямана за руку. Увидев это, тетя Султан будет очень взволнована. Потому что, как мы помним, только Султан Хала и Ариф Баба знали, что Яман и Али были братьями. Со смертью Арифа Бабы эту тайну знает только тетя Султан. Тетя Султан будет очень взволнована, когда оба брата скажут, что они дети Арифа Бабы, и увидит их солидарно. Напомним, Али и Яман не ладили. Однако смерть Арифа Бабы исправит отношения между Али и Яманом. Примером этого является раздача фрикаделек и хлеба для Арифа Бабы в последнем эпизоде. На похоронах мы увидим, что все очень грустят и плачут. Зухаль продолжит играть. Напомним, Зухаль сменила приоритет и решила произвести впечатление на Недима, чтобы добраться до Ямана. Зухаль будет вести себя так, как будто она очень опечален смертью Арифа Бабы. Сехер, с другой стороны, захочет прочитать мевлют и раздать халву Арифу Бабе в его доме. Многие люди придут за Арифом Бабой. Сехер, с другой стороны, будет удивлен, увидев, сколько поклонников у Арифа Бабы. Сехер подумает, что Ариф Баба коснулся жизни каждого. Яман, с другой стороны, говорит, что Ариф Баба больше коснулся своей собственной жизни, и что если бы не Ариф Баба, он не смог бы видеть Сехер из своей собственной тьмы. Как мы помним, всякий раз, когда что-то происходило между Яманом и Сехер, он консультировался с Арифом Бабой. Яман всегда будет благодарен Арифу Бабе за то, что он привел Сехер. Мать Ямана пойдет на могилу Арифа Бабы. У могилы она скажет Арифу Бабе, что Яман Керимли, его мать, и что она имеет право на свои деньги. Мать Ямана предстанет перед Яманом. Она постучит в дверь особняка. Яман очень рассердится, когда увидит свою мать. Как мы помним, Яман сказал Сехер, что как только он увидит свою мать, он захочет убить ее. Когда Яман увидит свою мать, он спросит, как она посмела противостоять ему. Он собирается сказать своей матери, чтобы она ушла. Сейчас, как он уехал 25 лет назад. Как бы далеко ни зашла мать Ямана, гнев Ямана никуда не денется. Сехер, как всегда, будет с Яманом. Сехер попытается успокоить Ямана. Но что бы ни делала Сехер, она не сможет успокоить Ямана. Все мы знаем, что когда Яман ослепнет, он никого не увидит. Сехер будет очень обеспокоена, потому что она знает, в какого человека превращается Яман, когда злится. Султан Хал же не скажет, что Али и Яман братья надолго. Потому что, как мы видели, в последнем эпизоде султан пообещала Арифу Бабе, что ни за что не раскроет этот секрет. Тетя Султан не хочет нарушать свое слово. Другими словами, Али и Яман долго не узнают, что они братья. Как вы думаете, Яман должен простить свою мать? Приведут ли игры матери Ямана и Зухаль к разлуке Сехер и Ямана? Напишите ответы на эти вопросы в комментариях. На этом мы подошли к концу нашего видео.
Если вам понравилось наше видео, не забудьте подписаться на канал и поделиться видео. До свидания. Привет, ребята. Добро пожаловать на канал. В этом видео я отвечу на следующие вопросы. Скажет ли султан Хала Али Яману, что они братья? Появится ли перед Яманом мать Ямана? Простит ли Яман свою мать? Какова цель матери Ямана? Какая новая игра Азухаль? Не забудьте досмотреть видео до конца, чтобы получить ответы на все эти вопросы. В следующем выпуске мы увидим сцену похорон. Напомним, в последнем эпизоде скончался Ариф Баба. В следующем выпуске будут похороны Ариф Бабы. На похоронах Ямана спросят, есть ли у умершего сын или брат. Они скажут, что они сыны Яман и Али Арифа Бабы. Как мы помним, Али познакомился с Арифом Бабой, когда ему было 6 лет. Яман, с другой стороны, встретил Арифа Бабу в возрасте 20 лет и был очень впечатлен его состраданием. Так что для них обоих нормально видеть Арифа Бабу своим отцом. Фактически Яман и Али потеряли компас после того, как Ариф Баба услышал все проблемы Ямана и Али и направил их. Яман и Али возьмут тело Арифа Бабы и положат его в могилу. Когда Яман спускается в могилу, Али берет Ямана за руку. Увидев это, тетя Султан будет очень взволнована. Потому что, как мы помним, только Султан Хала и Ариф Баба знали, что Яман и Али были братьями. Со смертью Арифа Бабы эту тайну знает только тетя Султан. Тетя Султан будет очень взволнована, когда оба брата скажут, что они дети Арифа Бабы, и увидит их солидарно. Напомним, Али и Яман не ладили. Однако смерть Арифа Бабы исправит отношения между Али и Яманом. Примером этого является раздача фрикаделек и хлеба для Арифа Бабы в последнем эпизоде. На похоронах мы увидим, что все очень грустят и плачут. Зухаль продолжит играть. Напомним, Зухаль сменила приоритет и решила произвести впечатление на Недима, чтобы добраться до Ямана. Зухаль будет вести себя так, как будто она очень опечален смертью Арифа Бабы. Сехер, с другой стороны, захочет прочитать мевлют и раздать халву Арифу Бабе в его доме. Многие люди придут за Арифом Бабой. Сехер, с другой стороны, будет удивлен, увидев, сколько поклонников у Арифа Бабы. Сехер подумает, что Ариф Баба коснулся жизни каждого. Яман, с другой стороны, говорит, что Ариф Баба больше коснулся своей собственной жизни. И что если бы не Ариф Баба, он не смог бы видеть Сехер из своей собственной.